Ваша дитина вас не чує, не виконує звичайних прохань та ні до чого не прагне. Як знайти з нею порозуміння? Саме з цим питанням звертаємось до нашої наступної гості Анастасія Кулініч, педагогиня і методистка. Дуже рада бачити вас у нашій студії, пані Анастасія. Насправді, дякую. Зараз кажуть, що діти стали не такими, як були колись. Вони не чують, не слухають, не хочуть вас розуміти. У чому справа? Чи це діти такі, чи, можливо, ми підштовхуємо їх до того, щоб вони стали саме такими? Дякую, Юля. Спершу хочу вас висловити свою вдячність за запрошення та можливість обговорити актуальні питання виховання дітей у прямому ефірі. Ось, надалі буду відповідати російською мовою. Будь ласка. Очень актуальний вопрос, да? Діти змінились или ми недостатньо до них доросли? Наверное, это взаимно дополняющие процессы. Конечно же, дети рождаются новые, и это знает каждая мама, и знает каждый педагог. И старые методы совершенно к ним неприменимы. Даже вот есть такие забавные случаи, дети миролюбивы, они отказываются от отрицательного окончания сказок. Вплоть до того, что знакомая нам с детства сказка про Колобка приобретает новый смысл. Потому что ребенок задает вопрос, а почему так произошло? Так. Да, а как этого было избежать? А почему лиса проявила себя так? У нас не возникало таких вопросов. У нас сказка имела прямой воспитательный эффект. Уходить от родителей плохо. Вот. Дети рождаются разумные, они рождаются миролюбивые, они шире, они безграничны, они верят в то, что все могут, они считают себя взрослыми. Вот правда ми наблюдаємо це? Справді, я теж помітила. І ви знаєте, часто дивишся на цих дітей і не знаєш, що їм відповісти, тому що ми виховувалися інакше, і ті методи виховання, які були закладені ще нашими батьками, вони не спрацьовують. Це так. І от сьогодні я хотіла поговорити о гуманній педагогіці. Тобто ми воспитувалися в системі кнута і пряника. Ця педагогіка проста і всім знайома. Поступив добре – поощрення, дурно – наказання. Але це неприменимо к современним дітям. От вони ламають всі наші стереотипи, вірно? Правда, правда. Що робити? Нужна система воспитання. От ми пропонуємо гуманну педагогіку в наших учреждениях і в наших системах воспитання. Такая система, в которой ребенок будет самовоспитываться. Угу. Гуманна педагогіка, насправді, весь зміст закладений в її назві. Гуманна ставлення до дитини, і, мабуть, ми будемо чекати від неї зворотнього ефекту, зворотньої реакції. Угу. Насправді, до такої педагогіки приходили ще декілька років тому, і деякі вчителі, деякі методисти намагалися її примінити для того, щоб навчати дітей. Але ж це не стало загальною програмою загальноосвітньою. Як ви вважаєте, чи можливо було б гуманну педагогіку внести в загальну? Хороший вопрос, но он базируется, вот гуманная педагогика, она основывается на личности учителя. Поэтому, пожалуй, внедрить не получилось на 100%. Гуманная педагогика – это не такая методика простая. Было бы очень удобно ребенка 5 раз поцеловать в макушку, 3 раза обнять за день – все, растет благородный человек. Так не бывает. Как же бывает? Гуманная педагогика говорит нам о том, что личность ребенка сможет воспитать только личность учителя или личность родителя. А современная система вот, образования и вообще мировая система направлена на успешность. Успешность, она идет в разрезе с личностным воспитанием. Успешным может быть процесс, может быть механизированное что-то, могут быть успешные машины, информационные технологии. Успешность – это не цель, это способ. Угу. Вот. И поэтому, конечно, вот вы сказали, что 2 года назад, да, были попытки внедрить гуманную педагогику. Мы видим истоки еще у Сократа, да, 500 лет до нашей эры. Мы видим у Марка Фабия Квинтилиана, это 1 век нашей эры. Мария Монтессори, наши соотечественники, Василий Сухомлинский, Макаренко. Педагоги – это люди, которые смогли сами себя воспитать. Вот дорастить до того уровня, чтобы давать знания, передавать не только знания, но и свой образ, образ благородства, чести, достоинства, в котором ребенок воспитывался бы. От ви дуже мені сподобалось, коли сказали про успішність дитини, і зараз насправді з усіх боків ми чуємо, ти повинен бути успішним. І оця фраза «повинен», по-перше, це слово «повинен», інше – це «успішним». І
що саме входить до цього поняття успішності? Що в тебе повинно бути? Це матеріальні блага? Чи це, можливо, твій успіх, просування твоєю сходинкою? Це суспільні якісь винагороди? Тобто людина повинна одразу розуміти, що від неї хочуть і до чого вона повинна прагнути. І от той успіх, він настільки розмитий, що дитина дуже часто не розуміє, чого від неї хочуть батьки, якою вона повинна стати вже, коли буде дорослою людиною, так? І що їй для цього робити? То есть ваш вопрос стоит, что первично, успешность и в чем она должна так, проявляться? Що, так, і дитина дуже часто плутається. Нам треба їй допомогти. Що нам для цього треба зробити і як її направити? Спасибо. Успешность, она достижима. И успешность не может быть самоцелью. Вот я уже говорила, что это всего лишь средство. Хорошо, я могу быть успешным в каком-то виде спорта, но для чего? Что дальше? Вот мы часто видим повзрослевших детей, которые достигли какого-то высокого уровня, и у них идет апатия, депрессия, потеря смыслов, потому что цель была достичь. Есть внутренние процессы самовоспитания, которые безграничны. Если я становлюсь чемпионом для того, чтобы нести образ здорового образа жизни, повторение получилось, вот, силы, красоты, как это было в Древней Греции. Ведь цель была не победить на Олимпийских играх. К Олимпийским играм допускались лишь философы. Представляете? То есть ты должен был быть силен не только телом физически, но и духом, и мыслями. Вот такой пример. И мы не можем говорить, устремлять ребенка к успешности или к самосовершенствованию, не будучи самими такими. Вот если мы сами не устремляем себя, становиться немножко лучше. Но мы с вами зашли в такой сложный философский вопрос. Юлия, если позволите, я на более понятном примере. Будь ласка. Спасибо. Все мы хотим, чтобы дети были послушными, внимательными, добросовестными. И мы видим, когда ребенок жадничает, когда ленится, и мы к этому относимся так категорично, мы вот хотим, чтобы он сразу стал лучше. Правильно? Замечаем такие его недочеты. Замечаем ли мы подобное в себе? Имеем ли мы смелость признаваться в своей жадности, в своем эгоизме? Делимся ли мы такими переживаниями с ребенком? Есть ли у нас самоцель стать лучше, чем вчера? Это мечта, мечта моя и моих коллег об обществе осознанных вот таких людей, которые стремятся к самосовершенствованию. Мы мечтаем жить в обществе, где люди улыбаются, где люди добрые. Ну так, можуть поділитися переживаннями своїми, так? Бо зараз люди починають віддалятися, і тут ми помічаємо, що віддаленість, вона вже стає способом життя. Это так, вот эта разъединенность, потому что что такое успешность? Это конкуренция. И то, что внедряется в школах, а уже и в дошкольных учреждениях, рейтинговая система, да, вот первенство, оно разъединяет. И, конечно же, дети стремятся быть лучше, чем другой. Наша задача, задача гуманных родителей, гуманных педагогов, сравнивать ребенка с ним же, вчерашним. Как ты преодолел себя? Что у тебя получилось сегодня, то, что не получалось вчера? В этой системе нет конкуренции. Насправді, Анастасія, знаєте, зараз вчитель і педагог – це вже батьки. І особливо тоді, коли ми зіштовхнулися з навчанням онлайн, ми всі стали вчителями. Насправді, педагог – це хто? Хто він? Що це за постать така? Що він повинен нести в собі? Педагог – это прежде всего личность. Так. Личность, то есть человек, который имеет смысл своей профессии, имеет, нашел смысл своей жизни. То есть это образ. Вот даже слово «образование», да, это преподнесение образов, высоких образов, поиска смыслов, нахождение их. И еще проблема, которую я хотела бы затронуть, что современное образование, дошкольное, школьное, старшей школы, оно исключило момент воспитания. Вот то, о чем вы говорите, что сейчас как будто бы есть такое разделение. Учителя должны учить, родители воспитывать. В итоге родители учат, а не воспитывает никто. А без воспитания невозможно, человек не может состояться. Вот тот человек, тот высокий образ человека. Мы еще, вот это высокие философские вопросы. Хочу ответить вам языком ученого Менделеева. Он сказал, что давать знания необлагороженному уму все равно, что саблю сумасшедшему.
Вот что делают дети, получая знания в школе и ненавидя процесс обучения, не имея смысла? Зачем учить разделенные знания, не связанные между собой? У ребенка возникает агрессия, возникает апатия, потому что мы не даем зачем, мы даем что и как. А насправді це дуже такі жахливі слова. От зараз те, що ви сказали, я думаю, що кожен вчитель і батьки замислюються над цим кожного дня, тому що насправді ми бачимо цих дітей і бачимо, як вони хочуть біжати в ту школу от на перший дзвоник, думають, що все буде класно, вони будуть вчитись добре. І проходить місяць-два, а діти вже з ненавистю говорять про те, що їм треба туди йти, що потрібно щось складати, що там несправедливість. Тобто багато чого відбувається, того, чого не повинно бути в школі. І про це вже почали говорити давно, але, на жаль, не змінюється ситуація. Вона, мабуть, або погіршується, або стає, або та ж сама вона і залишається. Насправді, куди поділось виховання і куди подівся той виховний процес, який повинен бути з самого початку? Як ви думаєте? Теж філософське питання. Да. Філософська зустріча у нас вийшла. Когда главенствующие цели человечества, и мы говорим сейчас не только про точку Днепр или Украина, мы говорим про мировое вот направление, главенствующие цели сейчас стали успешность, это материальное обеспечение, да, себя. То есть мы снизошли вот к материальному, и мы забыли все высокое. И у нас нет образов, и современное искусство, и современное то, что должно вот окрылять, поднимать человека, все направлено на заработок. Творец не творит ради творчества, он создает, чтобы продать, а значит теряется ценность. И, конечно, в этом материальном мире появилась лишь конкуренция, вот, успей, и после нас хоть потоп. И, конечно, вот когда приводят к нам деток, детский центр, мы говорим, что у нас первостепенная задача – это воспитание ребенка. И мы в воспитание вкладываем такие понятия, как способность дружить, способность себя понимать и понимать людей вокруг – это эмоциональный интеллект, способность мыслить критически, воспитание и взращивание в себе такого качества, как доброта, уважение, и что это первостепенно. Хотя это невозможно ни измерить, ни взвесить, да, нельзя вот как-то это обозначить. Но на этом строится вот человек с большой буквы. И, Юля, вы спросили, почему все пропало? Потому что у нас, взрослых, пропал вот такой цель, ну, такой смысл пропал, цель исчезла. Мы перестали желать быть лучше, добрее. У нас, если... Самая высокая добродетель в Древней Греции считалась мудрость. Вот кто из нас сейчас ищет мудрости? Ну, це дуже велика рідкість насправді, так? Можна знайти, звичайно, таких людей, але їх мало. Но а без мудрости все остальное мы не поймем. Лишь мудрость поможет отличить нам должное, вот, ценное, значимое от текущего, временного. Поспішаємо, так? Все в таких дуже швидких темпах відбувається. Коли ми біжимо, ми намагаємося все встигнути, зранку, в обід, ввечері прибігти, все зробити. Ну, справді, життя перетворюється на таку суєту, і вона справді з нас робить більше роботів, мабуть, а не людей. Так? Ну, бачите, вийшли ми на такі теми. Но давайте вот для зрителей хочу сказати, що гуманна педагогіка – это філософія, конечно, філософський взгляд на ребенка, но также гуманна педагогіка стоит на психології, психології согласия. І от, щоб нашим зрителям стало понятней, є в психології прямі і косвенні методи воспитання. І класичне образование, в котором я училась, говорит, что косвенні методи занимают лишь 20% влияния. А что такое прямые методы? Это пиши аккуратно, да, красивый почерк приведет к успешности. Вот, сиди ровно, будь послушным. То есть, когда мы даем четкие задания детям. Но что такое косвенные методы? Это если, например, я, выкуривая сигарету, говорю, не кури, малыш, это вредно. Ребенок услышит или он поймет образ? Так, он побачит и навряд ли захочет
інакше зробити. Он поймет, так, что курение – это взрослость, а дети стремятся быть взрослыми, так, прямо сейчас. И вот мы говорим о том, что именно косвенные методы, вот такие непрямые, или, опять же, как мы уже обсуждали, образование, когда мы показываем образ ребенку, вот это и есть воспитание. От справді, Настя, знаєте, багато людей помічали і зараз дивляться на своїх дітей, вони примхливі, вони багато вимагають, вимагають від батьків і від, взагалі від суспільства чогось такого, ну, що неможливо виконати. І ти на них дивишся і не розумієш, як бути і що ти можеш дати і що від них вимагати. Чи треба це зараз робити, чи треба зараз розуміти ту дитину, і як саме, і як знайти з нею порозуміння. Да, дети, правда, сейчас, вот они из одной крайности в другую, из того, что они мудрые, и у них можно бесконечно учиться, впадают в такую капризность, требовательность, опять же, от безграничности родителей в материальном. Наверное, мы, выросшие в эпоху дефицита, или пост-эпоху дефицитную, мы стремимся дать детям все самое лучшее. И все самое лучшее, оно связано с материальным. Материальное невозможно насытить. И, конечно, ребенок, он требует внимания. Вот когда он капризничает. Но какого внимания? Мы пытаемся дать количественное. Там, 31-я машина. А зная вот сейчас наших родителей, это 1031-я машина. Вот. Мы даже отдаем все внимание свое целый день. Но внимание нужно качественное. Вот не количественное, а качественное. Когда ты опустился на уровень ребенка, посмотрел ему в глаза и спросил, какое у тебя настроение, а чему ты сегодня научился, а давай научишь меня, давай мы с тобой вместе что-то создадим, а давай приготовим сюрприз для папы, позаботимся о нем. Ты видишь, как папа заботится о нашей семье, как он много трудится. И тогда у ребенка вот, вот это воспитание, вот это искусство, в котором мы не говорим, смотри, папа много трудится, и ты должен трудиться, ты мужчина. А мы говорим, увидь, как папа заботится, и давай мы проявим заботу уже сейчас. Вот так ребенок растет. Ну що ж, насправді дуже гарний вийшов ефір у нас і багато рекомендацій. Я так думаю, що люди, які дивилися, слухали, особливо це стосується батьків, в першу чергу, мабуть, так, вихователів, вони повинні бути вихователями. І вони так повинні зрозуміти свою дитину, аби віддавати їй необхідне. А ми сьогодні зрозуміли, що необхідне, що найбільше потрібно дитині, чого вони потребують і чому вони стають такими. Коли не чують, нас не бачать, коли не помічають. Насправді це дуже добре. І наостанок хочеться почути від вас ті ж рекомендації, також підсумок зробити якісь наші зустрічі сьогодні. Юля, я хочу вам подарити книгу, здесь дві в одній. Називається «Ісповідь отца сину і письма к дочери». Це наш учитель Шалва Олександрович. Здесь о воспитанні сина і дочери. Как раз дуже вам дякую. Гуманна педагогіка в дійстві. Як вони в сім'ї воспитували. Це дуже класний педагог, і ми знаємо, що він за початкував гуманну педагогіку, супер книга, і вона може бути, і, до речі, настільною книгою для багатьох батьків, для багатьох вчителів. Дуже дякую вам за цей цінний подарунок. Ось так вона виглядає, бачите, з двох боків. Тому я думаю, що це обов'язково знадобиться у будь-якій сфері нашого життя. Дякую вам дуже, пані Настю. І сподіваємось, що ви прийдете до нас ще, і ми розглянемо тут дуже багато різних тем, які нам так всім необхідні. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.